Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Сюрприз, задание дня. Ну, давай посмотрим, что там у нас за сюрпризы такие. Придется хорошенько поразмыслить, чтобы по максимуму использовать космического ковбоя за последний ход. За последний ход? Такс. Ну, если я, например, ставлю сюда. Ставлю сюда, да? Посмотрим. Блин, ковбойша, ну ты-то тут нафига нужна, а? Ладно, поставим ее тогда вот сюда. Так, ну этого сюда. Ну что, поехали. Тинс. Допустим. Угу. Ну все, ему хана. Тут особо сильно размышлять не пришлось, как ты понимаешь, да? Вообще легче легкого задания. Вот тебе и весь сюрприз. Так, ребят, о, слушай-ка, а мы получили с тобой 1000 кристаллов. Раз 1000 кристаллов получили, значит, время покупать пак. Так, наборы. Какой тут лучше взять? Кто-то мне говорил какой-то... Говорит, Рэй, бери именно... Какой-то из паков, он самый, типа, выгодный. А вот какой... Вот, не вспомню я сейчас, если честно. Вот не знаю, ребят. И хочется, и колется, да? Блин, мне нужны вот эти вот. Мне нужны вот эти. Тут как-то вообще мало. Мало такого выбора у нас. Я, наверное, ребят, возьму вот этот первый пак. Была не была. Ну... 11. Поехали. Фух, надеюсь, легендарочка хоть какая-нибудь меня все-таки здесь навестит. Так, редкие. Так, это у нас дубликаты пошли. Мега редкие. Ага. О, это новенькая, ребята, не было такой карты у меня. Легендарка есть. Какая? Две легендарные карты, ребята. Вот этой у меня не было. Вот этой у меня не было. Приятно осознавать, что две легендарные карты получили мы. Прикольно. Так, что у нас там по заданиям? Можно мне глянуть? Повысьте силу трех зомби и выиграйте многопользовательскую игру. Повысьте силу трех зомби. Чем мы можем повысить? Ну, я думаю, что колода вот эта вот пробная. Это же спортивная колода, насколько... Погоди, что это у нас так много карт? 18 карт новых сюда можно собачить. Да я даже пока и не знаю, если честно. Ладно. Попробуем сыграть. Хотя эта колода уже, честно говоря, устарела, ребят. Морально просто устарела. Ну, прокачивать будем за счет кого? Вот интересно. За счет... Ой. Блин.
А у меня флакончика, по-моему, здесь нету. Вот в этой колоде флакона нету. Блин, ну с колпаком, конечно, тут драться такое себе удовольствие. Пришлось так сделать. Так. Посмотрим. Что у нас из этого все может получиться? Даже так. Даже так, да? Так, ну что, отнимет, да, все-таки тут немножечко нам здоровится. Давай так сделаем. Ага. Немножко, конечно, не в тему сделал. Давай этого сюда переместим. Погнали. Так, ну что, суммейст у меня еще один есть. Готов. Так что, ребята, даже так. Даже так. Что он сейчас делает? 36 ранг. Где твои грибы? Он должен, ребята, грибы, по идее, выставлять. Но он почему-то этого не делает. О! Иди сюда. Погнали. Окей. Что-то там забурчал что-то. Давайте теперь сделаем вот так. Вот что он сейчас будет делать? В этом случае вообще бесполезно, ребята, бить. Понимаешь, да? Защита у нас стоит, так что... Он может на земле сделать 1-1, по-моему, да? Ага, вызвал грибы. Так, ну что? Давай сделаем вот так вот. Защита, если что, у нас есть. Мы сможем ее поставить. Я умоляю. Угу. Конечно. Ай, наивный парень. Ну что, погнали. Так, ну что. Вроде бы все хорошо. Все вроде бы... О, а вот, ребятушки, и вирус. Вот и вирус у нас прикатил. Как раз вовремя. Как раз вовремя. Давай. Что нам сделать-то лучше? Наверное, 5 и 5. Так, это будет 4 и 3. 7, да? 7, не пробьет. Поехали. Угу. На. Получил. Да, колода старая, но, как видишь, рабочая.
Хотя этот гриб меня мог раскидать, как сосунка. Неправильно он выбрал колоду себе какую-то непонятную. Да, ребята, сделал все ежедневки. В принципе, все. Больше мне здесь делать нечего. Ну, самое главное, что, ребят, мы посмотрели с вами на пак, который нам выпал. И я очень доволен. Две легендарные карты, ну это красиво. Вот тут, кстати, можно будет скоро получить вот этого мелкого бесенка. Через сколько там заканчивается сезон? Блин, не видно. Не видно, через сколько он заканчивается. Ну, успеть еще можно его получить. Ну что, ребята, на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.